Всем здравствуйте! А я сегодня, девчонки, мальчишки, решила заняться сбором овощей. Подсобрала немножко овощей, то, что было. И захотелось мне своими ручками сделать овощной букет. Я уже здесь немножко попробовала, что у меня получится. Ни разу не делала овощные букеты. Вообще никакие. Ну, обычные цветочные букеты. Из цветов. Просто срезал цветочки, замотал бумагой, закрутил, завертел. Все. А вот овощной букет никогда не делала. Так что хочется мне сделать овощной букет. Попробовать, что у меня получится. Вместе с вами. Будем мы делать, мастерить. У меня скотч, чеснок, я овощи все помыла, чеснок немножко почистила, чтобы у него вид был. Так, и вот так вот беру, значит, шпажку и буду приматывать. Надо как-то хорошенько все это примотать хорошенько. Блин, еще скотч-то липнет. Вот так. Посмотрим, что у нас получится. Нарвала укропу, нарвала листья хрена. Ничего такого. Мяту даже сорвала. Где у меня мята? А, мята в вазочке. Мяту сорвала. Какие букетики будут радовать глаз? Такой овощной букет будет радовать меня. Его можно подарить, если он, конечно, ну, кто умеет, девчонки, делать, вот, кто умеет. А кто не умеет, может, своими руками смастерит, кому-то подарит. Детям в садик вот разные эти конкурсы бывают, такие вот по осени, да, овощные. Буду сюда баночку составлять. Блин, прилипает скотч к рукам у меня. Так что, помидорки, вот я не знаю, помидорки у меня... Хотела из маленьких овощей, такие поменьше. Маленький такой скромненький букетик. Попробовать сделать. Тут вот есть у меня такая ножка. Чтобы ее не прокалывать. Помидорку-то, наверное, не вот так. Я думаю, что ее вот так вот мы... Нет, я неправильно это сделала. Неправильно я сделала. Надо же вот так, наверное. Немножко, да? Вот так вот. И подмотаю. Точно. Ну вот. Мастер я еще тот. Так что. Посмотрим. Ну что, первый раз? Первый раз, как первый класс. Всему надо учиться. Сейчас мы посмотрим. Нет, не получается на мне примотать. Так, я не хочу вот эти вот, вот эту зелень отрывать. Мне ее жалко. Она бы смотрелась красиво. Но просто помидорка, оно уже как-то не так. Ну, хотя что? Приматываю. А она не приматывается у меня. Не-а. Надо было той стороной. Да, той стороной я неправильно делаю. Заново буду делать. Мастериться. Мастер-класс. Так. Конечно, это не все так просто. Я думала, если я включу камеру и буду делать, не выключая камеры, это будет очень долгое видео, это будет очень долго. Да. Ну, вот так вот оно, да. Не острием, не вот этой стороной острый. А тупой стороной оно приматывается. Детям особенно такое интересно, наверное, было бы. Ну, дети сейчас разные, конечно. Ну, примотала почти. Сейчас. Ну, отрежу. Еще прилипает, еще ножницы взяла.
такие взяла и такие взяла. Так. Примотали помидорку. Помидор на палке, да. Ну что, вот уже и помидорка есть. Ну ладно, посмотрим. Ну огурчик мы просто вот так будем. Вот так вот. Такой крючковатый огурчик. Какой красавчик. Какой красавчик огурчик. Огурчики у меня маленькие. Специально выбирала поменьше. Поменьше. Поменьше, поменьше, поменьше. Вот. Второй огурчик. Ну, огурчики, конечно, делать легко. Но вот с помидорками такое я не буду делать. Там есть еще поменьше. Еще несколько огурчиков сделаю. Небольшой, небольшой, небольшой букетик. Еще меньше, еще меньше. Она просто та застыла, потому что она на холоде была, а это огурцы на палочке. Да. Надо было не обрывать так сильно. Надо было побольше. Но я не думала. Я не думала. Ну, в принципе, можно для себя можно сделать и вот так, я думаю. Вот так. Во. Вот так вот. И ничего не, не приматывать. Точно. Ну, я ж не как говорится, это, не куда-то его. Просто для себя, чтобы радовался глаз. Да. А потом берете с палочки, ам, и скушал. Да? Ну, или кого-то угостили. Угостили, угостили. Надо палочек повытаскивать. Повытаскивать палочек. Кто, девчонки, любит заниматься чем-нибудь таким? Чем-нибудь таким интересным. Я так хотела сделать в тот раз тоже букет. В тот раз давно, давно уже собираюсь сделать. Ну, в общем, не буду я, в общем, наматывать. Скотч тратить. Да и дело не в этом. Просто так вот сделаю. Постоит он у меня недолго. Ну парочку дней. Ну, что? Недолго ему стоять придется. Так что не буду. Но, если бы, конечно, если кому-то дарить, наверное, я думаю, что надо как-то, конечно, правильно. Правильно надо сделать как-то. Ну-ка, вот так вот мы сделаем. Вот так вот. Проткнул. Ну, ничего. Ну, ничего. Как мило. Но чеснок еще надо примотать. Еще надо примотать чеснок. Так, ну-ка, какой мы выберем? Какой мы выберем чеснок? Да какая разница? Красивый надо, чтобы было красиво. Хотелось бы, чтобы было красиво. Я вообще собралась с утра заниматься засолкой огурцов. И хочу снять полностью рецепт. Буду сегодня делать я огурцы ассорти Наташа. Вот, вот так вот. Вчера я их собирала, замочила. Я обычно на ночь не замачиваю. Ну, так получилось, что я вчера не сделала огурцы. И получилось, что они у меня простояли всю ночь. Так что вот так вот. Стукали там. Чесноковочка. Не отключаюсь, девчонки, даже паузу не ставлю. Не ставлю паузу. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Есть, нет, у меня еще огурчик. Огурчика маленького у меня уже нет. Все. Вот так вот. Так. И еще, ну, еще так сколько помидоров? Пару штук сделаю. Там
остатки не буду делать. Урожай у нас нынче не особо. Не особо урожайный у нас год. Потому что надо хорошо ухаживать, хорошо все делать. Я нынче не очень хорошо делаю. Так что... Ну, так, 3 чесноковки. Ну, я думаю, еще 2 сделаю. Так, ну вот так. Так, так, так. Ну и попробуем, попробуем собрать его, букетик этот. Сейчас, девчонки, как-то нужно собрать этот букет. С чего начать? Представления не имею. Но начну с помидорки. С помидорки. С помидорки, с помидорки. А потом огурчик. Вот это вот так вот все. Так, 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 так. Потом чесночок. То ли по частям это все приматывать, то ли как. А потом сюда укропчик. Я думаю, что буду по частям вот так вот. И скотчем. Скотчем буду приматывать это все. Хорошенько, хорошенько замотать. Неудобственно. Неудобственно все. Ничего неудобственно, все удобственно. Надо хорошенечко так вот взять и так. Оп. Ага. И вот так. И вот так. Так, вот так. Угу. Не знаю, что мне получится, но первый раз, первый раз. Хотя, наверное, надо все делать сразу. Как вот? Нет. Так нет, так нет. Помидорку снова вот сюда, вот так, помидорку. Угу. Потом снова возьмем, нет, огурчик у нас уже тут нет. Чесноковку возьмем. Чесноковочка у нас тут будет. Потом мы возьмем еще помидорку вот сюда. Вот сюда, вот сюда. Угу. Ну да, конечно, это не просто так. Это все не просто так. Ну, ну, надо как-то это все примотать. Так, возьмем 2 помидорочки. Да. Так, вот маленькие помидорочки. Помидорочки. Мало чеснока я сделала. Ну, вот сюда вот чеснок, чесноковку сделаю. И сюда вот этот вот огурчик сделаю. Вот такой вот. Так вот у нас будет получаться огурчик. Так, и с другой стороны еще надо огурчик. Возьмем маленький вот такой огурчик. Вот такой огурчик возьмем. Вот так вот это все. Вот так. Ничего себе. Так, ой, возьмем укропчик. Укропчик. Еще возьмем. Так, тут у нас помидорка есть. Тогда вот так еще огурчик надо. И вот с этой стороны еще огурчик. Потому что тут у нас помидорка. Помидорка. Помидорка, огурчик. Огурчик, помидорка. И потом все по новой. И все по новой. Так, ну помидорок-то, помидорок-то маловато. Получается. Вот так. И вот так. И вот. И вот так. И еще. А, какая прелесть. Какая прелесть. Чесночок еще можно подкрутить. В общем, вот так вот. Вот такой вот у нас получается букетик. Такой скромный, маленький. Маленький, маленький. Ну, эти кто они? Кто они у нас? Укропчики. И укропчики еще вот так. Вот такая прелесть. Девчонки, все рассыпалось. Все рассыпалось у меня.
Я решила подмотать еще чеснока и сделать вот так вот. Помидорка, это будет как серединка. Ой, так что... Хлопотно, хлопотно. В чужих руках всегда кажется все легко и просто. Сейчас вот так вот взяла и хорошенько прям заматываю. Заматываю и заматывается. Так что, маленько, блин. Еще надо было одну чесноковку. Ну, первый букет, первый раз. Для себя, любимой. Какая кропотливая работа. С таким, как говорится, материалом. Так работать. Девчонки, пробуйте. Радуйте себя. Радуйте себя. Ну, тут какая-то у меня как вроде как и радость. Ну, надо нервы, железные нервы надо. Потому что у меня все это как-то отпадывает. Отпадывает. Так красиво, конечно, так красиво. Так красиво кажется это своими руками, потому что... Надо же, надо же, надо же. Как я сейчас это все замотаю? Ну, мотаю. Мотаю вот так. Мотать будем. Заматывать. Заматывать, заматывать, девчонки. А потом будет это салат, салат. Ой, 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 ой. Вот, девчонки, собираю вот так вот. Нашла бумагу какую-то, нашла какую-то бумагу. А это обычная у меня пергаментная бумага. Так, ну что, попробую, попробую, попробую. Так, я еще хотела... Где у меня еще кусочек был бумаги? Такая вот у меня ленточка. Как приятно было бы такой получить букетик, я думаю. Вот такой вот скромненький, скромнейший букет. Скромнейший вот так вот заверну, заверну. Ну, скажу вам, что это такая работа. Очень даже. Не буду ничего добавлять. В общем, вот так вот сделаю. Сделаю, как получается. Как получается. И завяжу ленточкой. Девчонки, девчонки, девчоночки. Так. Получается вот так. Получается. Поправить надо сейчас. Еще решила добавить бумаги. И снова так же заворачиваю. В общем, мотаю. Как можно больше. Как можно больше, девчонки, мотаю. Сейчас посмотрим, что получится. Ну что? Ну что, мои хорошие? Я такая довольная. Девчонки! Ой. Ну как интересно, своими руками. Красота. Мне нравится. Ну как это делается? Ой, надо приложить ручки. Усилия, усидчивость. Я уже все бросить хотела. Я уже хотела все бросить. Девчонки, девчоночки. Но стоять он у меня не будет, конечно. Он должен стоять, как бы надо правильно собрать букетик. Но это мой первый букетик. Первый букетик. И кому-то, я вот думаю, если бы я его подарила, было бы приятно. Муж придет. Или нет, доча придет. Мужу надо что-то другое такое. Ну, здорово, здорово, девчонки. Пробуйте. Пробуйте, делайте букетики. А потом взял этот букетик и скушал. Красота. Дочка моя пришла, пришла с училища. А мамка тебе... Витамин наготовила. Да. Ой. Доча моя. Ешь, так ешь салат делай. Да, салат делай. Чем пахнет? Чем пахнет? Мятой. Мяту я тут сделала. Да, укропу. Укропчик у нас собирала. Мамка сходила в теплицу, собрала помидорки, маленькие огурчики. И что-то мне так захотелось сделать такой вот букетик. Ну и чё, как тебе? Нормально. Нравится?
А бы хотела сладкий букет. Ой, ну все, сладкий букет. Второй букет будет сладкий. Такой вот букетик, да? Ой, букетик, букетик. Вот видите, как приятно, дочь, или нет? Ну да. Мне бы тоже, наверное, приятно было, если бы мне кто-то подарил такой букетик. Такой простенький. Зато своими руками. Дочь, я его так делала. Он состоит из овощей, из пергаментной бумаги, из какой-то вот такой бумаги. Нашла такую бумагу подарочную. Когда-то где-то. Кстати, я уже выбросить ее хотела. Думаю, ну-ка, дай-ка я ее использую. Так что следующий будем делать сладенький букетик. Будем учиться и пробовать. Девчонки, учитесь делать такие вот букетики. И пробуйте своими руками, конечно же. Приятно. Сели мы две кумушки. А я хотела сказать, что я хотела. Спрашивают подписчики, на кого учится моя доча. Доча, рассказывай, на кого ты учишься? На воспитателя. Хочется тебе быть воспитателем? Нет, не знаю. Ты еще не понимаешь? Нет, еще не было. Второй курс только. А что, вас уже записали на практику? Там не записывают. А что же? Сказали, будет в конце сентября. В конце сентября будет практика. Будете практиковаться? Угу. Тебе хочется? Ну да. А с какими детьми? Какой возраст детей? Ну, младшая группа. Сколько нервов надо? Сколько надо нервов? Я сейчас. Сынулька. Он сегодня вообще неуправляемый. Он просто неуправляемый. Сына. Сынулечка. Так что доча учится на воспитателя. Ой, воспитатель, ты мой будешь, доча, воспитывать. Воспитывать и воспитывать. Да? Так что. Воспитатель. Девчонки, девчоночки, вот такой вот букетик мы с вами сделали. А я вошла в азарт, муж принес грибов. И я решила сделать еще один букетик. Такая милота. Девчонки, напишите, кому бы было приятно получить такой букетик? Кому приятно? Кому? Кому мне приятно? Мне бы было приятно. Ну вот я сделала своими руками, как-то смотрю и как-то вроде как-то радостно. Радостно. Так что, девчоночки, закончу видео. Это видео такое какое-то, такое вот, ну, не знаю. Пишите, нравится, понравилось вам такое видео. Как, типа мастер-класс, но я же не мастер. Я просто так, девчонки, решила. Вот пришла мне в голову такая идея смастерить вот такой букет. Поднять себе настроение. Так что делайте, заряжайтесь. И дарите радость другим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.